На неделе в Березняках потеплеет до минус 6 градусов. В отдельные дни вероятны порывы ветра до 17 метров в секунду. Во вторник днем будет уже минус 8, минус 12 градусов. В среду потеплеет до минус 6. Местами возможна метель. В четверг дневная температура составит минус 12 градусов. В пятницу днем до минус 15. Выходные ожидаются теплыми. Температурный фон на уровне минус 8, минус 13 градусов. Но из-за сильного ветра ощущаемая температура воздуха окажется ниже на 6-8 градусов. Согласно статистике, в Пермском крае самая высокая цена на бензин среди регионов Приволжского федерального округа. А туда входит 6 республик и 7 областей. На днях бензин вновь подорожал. Росстат озвучил, средняя потребительская цена на бензин в Пермском крае составила 55 рублей 68 копеек. Это на 26 копеек больше, чем в конце декабря 2023 года. Больше всего подорожал бензин марки АИ-100. Цена поднялась на 65 копеек. Проект под названием «Десант здоровья» Березенковского некоммерческого партнерства «Открытая дверь» в очередной раз стал победителем конкурса фонда президентских грантов. Благодаря участию в проекте дети и подростки будут ответственнее относиться к своему здоровью. Школьники из Орла проведут для своих сверстников из других населенных пунктов интерактивные игровые программы. Напомним, это четвертый за 4 года проект некоммерческого партнерства «Открытая дверь», который реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Новости коротко подготовил Сергей Коленик.